После долгого перерыва в 2 года кафе «Лоза» возобновило свою работу в главном здании Казанского федерального университета. Пауза была необходима для улучшения оборудования и перестройки помещения. Там само здание, кухня была изменение, как бы само собой, там оборудование было поменено, там много чего добавлено, то есть исправлено, где-то что-то. То есть много чего там. Главной фишкой кафе стало его обновленное меню. Теперь там преобладает не только привычная жителям республики татарская кухня, но и всеми любимая грузинская. Открытию кафе очень рады студенты университета, его приятным расположением. Грузинскую, то есть, которую уже все народы, как бы, все любят, так называемые хинкали, хачапури, вот такие вещи. И само собой перли, суп, харчо. Цены тоже вполне приемлемые. Очень вкусно. Я взяла хинкали. Мне очень понравилось. Рад, что открылось такое кафе в здании КФУ, в одном из самых старых зданий КФУ, потому что раньше надо было идти в домашнюю столовую, что довольно далеко, и мы не успевали на пары. Напомним, что на сегодняшний день в структуре комбината общественного питания и торговли КФУ находится несколько столовых и буфетов в разных зданиях Казанского университета. Теперь к ним снова присоединится кафе «Лоза». Регина Табрисова, Фарид Захитаглы, Универньюз.